Всем привет! Сегодня 31 марта, и в Warzone вышел патч, размер которого составляет 53 гигабайта для тех, у кого на компьютере установлена только Warzone, и 133 гигабайта для тех, у кого помимо Warzone установлена еще и Modern Warfare. Для консолей размер патча составляет 52 гигабайта для PS5 и PS4, а для Xbox 58 гигабайт. И благодаря этой обнове размер файлов Warzone, установленный на вашей системе, уменьшится на 11 гигабайт для PlayStation, 15 гигабайт для Xbox и 12 гигабайт для компа. А какие же изменения внес этот огромный по размерам патч в Warzone? Во-первых, на Xbox пофиксили ошибку Dev Error 6634, из-за которой игроков могло кикать посреди матча. Также они пофиксили субтитры к операторам Sims, Beck и Garcia. Но за них никто не играет, потому что все играют только за Rose. Также они пофиксили спаунрейт пластин брони. Теперь они должны появляться во всех матчах более постоянно. Это хорошо, а то в последнее время ты прыгаешь на любую точку, а там ни одной броньки. Теперь, когда у вас открыта карта, можно два раза кликнуть на нее и поставить красный маркер, который обозначает положение врага. Также теперь должно стать легче отмечать врагов живой отметкой, когда они находятся рядом или за другими отмечаемыми объектами, например, патронами, которые валяются на земле. Если задержать кнопку пинга на несколько секунд, это теперь убирает все ваши отметки на карте, которую вы поставили ранее. Главная новость, на мой взгляд, этого патча – это то, что зомби-компьютеры работают. Это, по сути, новый магазин, в котором можно купить редкие киллстрики – RCXD, Advanced UAV – это БПЛА, который обнаруживает противников на всей карте, Foresight – предсказание на следующую зону. Точно такое же, когда ты выполняешь контракт с флагом. Еще за ключ, который можно добыть из ящика после уничтожения зомби, из этого же компьютера можно вызвать бомбардировку зараженной зоны. Это так же, как красная зона в PUBG. Еще из фиксов, на Rebirth Island пофиксили эксплойт, который позволял находиться за пределами карты, рядом с локацией Chemical Engineering. И в режиме добыча теперь можно дропать на землю self-revive. Окей, но только зачем? Перейдем к оружию. У Ауга из Cold War повысили отдачу. Не думаю, что это как-то снизит частоту использования этой пушки, но даже если и снизит, то все перейдут на М16. А еще из оружия теперь анлоки атачментов для оружия из Cold War показываются в послематчевой статистике. И все, на этом изменения оружия закончились. ФФАР не тронули, по крайней мере в патчнотах. И мы продолжаем играть с этой сломанной пушкой, у которой мобильность и урон слишком высоки, и на ближней дистанции она перестреливает любое оружие, где по идее должны доминировать пистолет-пулеметы. Новую снайперскую винтовку ЗРГ 20 мм из Cold War еще не добавили. Ни в Warzone, ни в сам Cold War. Она появится, мне кажется, чуть позже. Наверное, на следующей неделе. У атачментов для оружия также произошли некоторые изменения. Обычный глушитель не агентский. Теперь в плюсах показывает, что он прячет вас на мини-карте. Вау, просто вау, вот это изменение. Второй ствол Cavalry Lancer наносит больше урона по технике. По аналогии с таким же атачментом из Cold War. Вот это интересное изменение. Такого раньше не было в Warzone, и надо затестить, насколько больше урона теперь наносит оружие по технике с этим стволом. Также они пофиксили анимации при стрельбе с прицелами с увеличением из Cold War, например 3X. Это хороший фикс. С самой интеграцией новых пушек я сам несколько раз сталкивался с этим багом. Это когда ты стреляешь, например, с 3X, и он слишком сильно скачет вперед-назад, что сбивает с цели, смущает и отвлекает. И все. На этом патчноты заканчиваются. Мне кажется, это довольно скудный патч на 50 гигабайт веса. Но, скорее всего, это подготовительный патч перед третьим сезоном. И следующие обновления будут весить гораздо меньше. Я уверен, что в ближайшие несколько дней датамайнеры раскопают еще много интересных новинок в игре. Я обязательно вам о них расскажу. Так что не забудьте подписаться и поставить лайк. Это очень поможет мне в продвижении канала. Увидимся!